Вот мы пришли, сегодня у нас 6 июня 2017 года. Прошло собрание общее. И вот попросили меня принять вот эту работу. Это уже все им принадлежит, деревенским. Комплекс. Музей для бедных лагерей. Посмотри, чтобы она захватила там, погляди. Вот она. Стекло только что не промахнись, на стекло не задень. Все, уходим. Сейчас, подождите. Там она еще 4 у нас сделали. Это интересуется, как? Это очень удобно. Потом попросили нас лагерных отремонтировать, побелить. И все. Мы покажем, как можно жить красиво, интересно. Да, идем. Дальше туда пойдем. И не то, что виновато правительство, виноваты там жиды, масоны. Ничего нету. Только мы с Божьей помощью 45 лет просуществовали. Пока Роспотребнадзор показал, что мы не соответствуем нормам. Ну и не соответствуем, мы согласились, и все, мы закрыли. Главное, что деньги большими штрафами, 1,5 миллиона. Коммунисты не делали. У нас эта земля нам отдана за 5 подписями. Директор совхоза Мануилов, председатель сельсовета. Это навозная все куча огромная здесь. Мы ни одного квадрата не занимаем полезной земли. Это все бросовая была земля. Тут здания, фундаменты остались. Что, куда идем? Куда вон туда надо найти, на выход. Там топорик надо, наверное, кое-что спилить, убрать. И чтобы кто подойдет, чтобы он это увидел. Табуретку сюда принесите. Вон деревенское стадо гонит. Какая прекрасная жизнь. Только благодари Бога, больше ничего не надо. Ну, это у меня все трясется. Все, куда? Туда? Ну, здесь, по-моему, надо вот на этом вот прибить. На дерево? Да. А если не на дерево, то надо вовнутрь где-то. Я сейчас даже не знаю, где. Пойдем туда пока, потом дело покажет. Оттуда вот заходить будут, и чтобы было видно, вот, допустим, на сарай под этот, под шифер. Давай еще туда, подходи. Вот в этом месте очень хорошо заметно. Вот сюда вот. Ну-ка, как оно пойдет, нет? Вполне подходящее. Так, держи ему. Ну и все, пошлем это в прокуратуру сразу. Письма напишем, как собрание прошло. Прокурор уже посылал. Держи крепче. Это Дробот Нестор помогает. Он 9-й год уже в лагере. 4 человека их семьи. Все бесплатно. Бедные, до крайности бедные. И ничего, отдыхают, растут. Старший Ваня, она еще уже пойдет на ветеринара учиться. Ветеринара. Главное, мать лежит при смерти. Операцию одну сделали, желудок отрезали. А теперь даже не стали делать. Нет надежды никакой. А отец глухонемой. Дай, жми там дальше. А почему тут скрипит? Володя Пащенко, Владимир Александрович это делает. Так, ну и все, пойдем дальше. Вот хорошо, что возможность такая есть. Кто там пасет? Это деревенское стадо. Ой.
Я не знаю, кто это пасет. Хорошие пастухи. Вместе овечки и коровы. Хорошо в деревне жить. Кто ли Исааки пасет или кто? А кто это пасет сегодня? Исаак. А, Исаак? Да. Устинов Исааки. Какие имена прекрасные. Добрый день. Добрый вечер. Хорошие ребята. Так, давай здесь, вот сюда. Под к стенке. Вот это отрубить надо будет, отпилить. Давай сюда. За ножовкой сбегай. И скорее ему помогай. Где ножовка? Она даже взяли ее? Да. Под крышу. Так? Сюда, да? Да, конечно. Ну, под крышу вплотную. Куда? Ну, конечно. Тут подойду, сразу будет видно. Приноровей ее. Ну, гляди, как аккуратно. Не каждая капля воды попадет. А так сделали под стеклом, от солнца не выгорает. Вот что хорошо. Так, положи ножовочку, иди держи ему. На табуреточку залазь. Или руками так поднимай. Достанешь? Нет? Володя, ты, наверное, не достанешь. Тебе мы табуретку он принесли с собой. Почему? Ну, держи. Ты как-то так смести, чтобы у тебя можно было при... ту сторону-то как ты будешь? Вот так вот, да-да-да-да. На эту... Ну посмотри, чтобы у тебя она пошла. Да хватит, нет? Нет. Не хватит. Вот видишь как. Оп. А ну-ка на эту еще подтяни маленько. Сними, сними. Вот на эту вот, чтобы уперлась. Вот на эту вот. Сейчас, сейчас, подождите. Отпускай. Давайте отпилим, а то она все-таки мешает. О. Ну, то тебе отпилить надо. Возьми ножовку, отпили этот сучок. Володя. Вон вверху. Он мешает. Мы тут все прошли, поставили столбушки. Вот все, теперь на нас попросили, чтобы приняли мы участие в этом сегодня. Деревня, этой деревне все принадлежит. И покушайте, попустительство какое, или как покусительство на это. Как это можно? А мы приедем бульдозером вроде убирать. Держи, там упадет ведро. Чего ради? Кому оно мешает? На навозной куче. Много кели. Это дорогое. Если все взять, это не 2 рубля. Одного шифера сколько. Везде доски. Надо куда-то в забор воткнуть. Ну вот сюда. Вот перекинь. Вот так. Все. Начинайте. Я другой беру. Давайте здесь делать. Вот это вот делать. Более ровно. Вот так. Держи. Чтобы в оба этих вошло. Посмотри, куда она идет. Так. Пальцы. Хватит, держи так. Так никто не задень. Повыше бери. Второй, третий. С этой стороны дальше. Это вот сюда. Бери еще два. Вот сюда и вот сюда. Зачем их столько? О, третий. Там развернулся мультифорт, а я их подгибал. На ту сторону ты их, вот сюда ходи в сторону. Ну-ка. Дядя Володя шустрый. Прижимай крепше и в него вдавливай. Попади в него. Попали. Давай, еще, еще. Еще штуки три. Там повыше, пониже, чтобы ветром не сдуло. А человек спасешься. Во. Рядом еще около этого. Здесь? Да-да, в него, чтобы попал в этот. Угу. Да. Пониже ты берешь-то прям в щель. Вот так, во. Вот здесь еще одну забей. Сверху вон там. А сверху она не пройдет, наверное, не хватит. Нет, я думаю, не сверху ты сделай, а вот посередке здесь вот забей, вот, внизу. Она хорошо держится. Это... Все, остался еще у нас сколько, один? Один, да. Один, теперь куда его сделать? На ту сторону я пытался, но не знаю. Пойдемте туда. Все захватывать еще есть там. Стул, ножовку, все забирайте.
Вот видишь как. Господь благословил. А что прокурор? Не человек разве? Зачем ему-то связываться? Теперь мы подадим в отдел юстиции везде. Ну, если даже кто-то найдется, что сломать, это все можно сломать. Люди взрывают, там целые города. Давай вот сюда вот. Вон на ту, где у нас надписи были. Прямо под верх, под самый. И держите. Давайте, у нас там надписи были как раз. Россия должна встать. Рядом с этой вот гнездом справа. Стол тащи. Несу. Так, Стас, быстрее. Сюда, стой. Долго время идет, у меня уже рука устала. Становись. Вы делитесь, где делать? Я нет. Держи двумя руками. Давайте. На этот строй, вот на этот. Походи. Ладно. Тогда, Володя, сделай так, вплотную к гнезду. Гнезду вплотную. Вот так, придави его. Вот так она будет держать, не даст сгибаться ему. Держи. Стой спокойно. Володя залазит. Ну, это ты. Только не раздави стекло, не перегни. Давай еще. Так, давай дальше. Ты слазь теперь, ты уже не нужен там. Ты пройди там, где наши инструменты. Все или нет взяли мы? Еще раз проверь. Да. Сейчас мы сфотографируемся и уйдем. Топор есть. Все. Топор здесь. Пила. Ножовка тут. Ну, можешь по одному еще, если загнать рядом. Рядом в эту балочку. Давай. Стой с другой стороны. Так. Я выключаю тогда? Ну, да.